Всем привет, доброго утра. Сегодня 4 февраля, раннее утро. Солнце еще не встало. Мы решили добраться до моря, которого еще не видно, потому что оно в темноте. Но добраться мы решили не из-за моря, а для того, чтобы доехать до рыбацкого рыбного рынка. Рыбаки ночью выходят в море, как я рассказывал как-то раз, и утром они продают улов всем желающим. Попробуем, что у нас получится. Сейчас мы спустимся. Корабли стоят. В море стоят корабли, наверное, не видно, даже точно не видно. Вот мы спустимся с этого красивого моста и сядем в трамвайчик. Хотели добраться на трамвае, но утром они ходят еще с непонятным интервалом. 20 минут ждать не будем, пойдем в автобус. Наверное, получается у нас очередная серия теплых приветов. Сегодня здоровья пожелать хотим родителям, нашим всем близким, родственникам, родным. Сказать, что через минуту как раз автобус, сказать, что действительно, как я говорил в одной из серий, в Греции есть все, в Греции нет вас. Но мы стараемся вам принести Грецию сюда. Вот едет наш автобус, едем на рыночек. Слышали бы вы, как сейчас поют соловьи? Оказывается, в Греции тоже поют соловьи. Никогда бы не подумал. У нас вообще уже начинается весна. Яблони в цвету стоят. Петухи орут. Такое впечатление, что мы в деревне. Из-за горы встает солнце. Вот видите, там небо более светлое. А мы идем на причал. Как-то раз гуляя, мы наткнулись на этот рыбацкий рыночек. Он, естественно, был закрыт. Нам пообещали, что с утра все будет. Сейчас посмотрим. Так шумит утреннее море. И поднимается солнышко. День обещает быть ясным. Дальше. В общем, мы пришли на рынок. Наталья сказала, здесь рыбы нет. Наверное, вот эти вот сосиски все съели. Не знаю, подождем сейчас чуть-чуть. Если никаких признаков телодвижения не появится продавцов, поедем обратно. Он какой-то только в море выходит. Прождали до 8:30 утра. Рынок. Вроде как люди собираются, вроде рынок должен быть. Вот единственная лодка с рыбой, которую удалось дождаться. Не знаю, зима, ленивые греки, что-то еще. Или так работает, да. Но наше видео под угрозой. Это единственная рыбацкая лодка. Народ сразу к ней такой весь собирается. Сейчас, наверное, будет драка за рыбу. Люди прям такие начали пучковаться. Ждут именно эту лодку. У этого Яниса рыба. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Интересно посмотреть, как это вообще процесс происходит. Может быть, даже себе что-нибудь купим. Ждем. Вот люди ждут эту лодку. Весы, кстати, такие. Вот это стол, где эту рыбу вываливают. И вот на таком безмене, иначе не назовешь, это все взвешивают. Тут ленивые коты тоже ждут рыбу. Ну и люди ленивые тоже ждут рыбу. И мы ждем.
Кот ждет. Рыбак не торопится. Где он свой улов хранит, я не знаю. Надеюсь, не вот в этих двух ведрах. Все, что ли? Все, два ведра рыбы. Ну, сейчас ждем еще. Накаляется момент. Ну, действительно, очень мало рыбы. Вот люди выбирают. Она еще живая. В общем, это все, что ему удалось поймать. Мы даже участие в торге принимать не станем. Что-то похоже на скумбрию. Какие-то караси, подлещики. Вот. Я не знаю, сколько он плавал. Вот он взвешивает, докладывает. Сейчас это все за 2 минуты разлетится. Расчет только на личном. Может быть, ждут еще, не знаю. Кот мяукает. Хочешь рыбки? Рыбки хочешь, да? А нету. Нету рыбки. Здесь эту рыбку вот даже чистят. Мелочь. Такая. Наверное, больше ничего у него нету. Да. Вот весь улов этого рыбака. Что вообще не густ, не густ. Сколько он плавал, интересно. Ужас. А слушай, вон еще какая-то лодка плывет. А он еще сейчас будет подплывать, да. Посмотрим, что у другого рыбака. Вот идет еще. Какая страшненькая. Да, что за рыба? Ну вот тоже какая-то интересная большая. Прикольно. У этого рыбы больше лежит. Сейчас будут люди покупать. Он камбалу какую-то, по всей вероятности, набрал. Ну, так кто же 2 ведра? Ну, а, не, у него камбала еще вон там наложена. Сейчас посмотрим. Надо Наташе спросить, почем она у них, интересно. Че, Наташа? Трайм, мы такой это, покупали на рынке, по 3 евро было. Помнишь? А-а-а. Вон, смотри, вот эта мелкая. А-а-а. Вот этот рыбак удачливее, чем предыдущий. Но все равно рыбешка мелковата. Правда, у него крупная еще. Рыба живая, прыгает. Да. О, какой камбала. Это не камбала. Так вон там камбала. Камбала. Вот это вообще не знаю, как ее готовить. Камбалу-то? Она шершавая, наверное, такая. Чистит рыбу. Вот это вот ну, коту перепало. Мы сейчас попробуем вот этих вот взять. Попробуем. Ты вот эти снял? Камбалу, да ну. А вон ту здоровую. Нет, да я просто эту здоровую мы ели. Это я не помню. Если сейчас не купит никто, то мы попробуем взять вот этих вот двух рыб. Типа дорады. Кальмарчика вывалили. Ну, вообще, рыба, по-моему, у него вся по одной цене. А по какой мы сейчас узнаем, когда мы себе будем покупать. Пока впечатление, что она дороже, чем на рынке таком муниципальном. Вот нашу рыбку чистят. В общем, за 10 евро килограмм дороже, чем на рынке получается. Но рыба прям живая. Ну, она прям свежак. Да. О, коту перепадает. Наша маленькая, наша небольшая. Большая там такая ужасная. В общем, мы купили какую-то херню, извините за выражение. А он, видите, эту рыбку выкладывает еще постепенно. Он чистит большую тунца, да, пахнет рыбой. В общем, очень интересное такое занятие. Очень интересное занятие. В общем, это... Что выкинут? Успеешь, да, взять? Не успеешь. Но котам этим здесь везет очень классно. Все, мы домой возвращаемся.
это папе, это маме, это Ксюше. Папе, маме, Ксюше. Да? Варя рыбу не ест. Ну да. Все, всем теплый привет и удачи.